Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла. Ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Здравствуйте, дорогие любители летсплеев. Мы продолжаем прохождение Metro Last Light. В прошлой серии был большой подхёрт. Мы пробирались через болото ночью. И всякие звери, кому не лень, все нас пинали. Пытались убить и съесть, и высрать потом. Но мы пробились и добрались до церкви, где обитают наши. Встретили Анну. Аньку. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Нету. Ну-ка, давай. Отлично. Посмотрим. Припасы. У меня толком ни черта и нету. Саня, я тут до завтра буду, так что если что надо, как не стесняйся. Меня здесь завтра уже не будет. Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Шуму наделал. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежее расскажи. Просто Лондон там выжил или даже Нью-Йорк. Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть. Полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону. Держат. Завидую тебе, Саня. Складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться, пьесы писал бы, о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. Ну ты, Саня, пиздобол. Ладно, это их проблемы. Ты в катакомбах бывал? Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Чего у тебя воротничок? Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Смотри, давай, во время войны в них люди из церкви прятались. Зверюга какая-то. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Не открывайте. Наши-то как быстро домчали. Не открывайте, это они. А ну-ка, проверь, пришли за мной. На всякий случай. Пароль. Застава. Старый пароль. Черт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Лесницкий! Предатель! Предатель! Ого! Приз-сюрприз! Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой! Все, живо! Уходим! Прикольно, такой раскардаш получился. Тоже спаслись и теперь уже... Опять куда-то нам, подожди. Ох, туда и не пройти, я думал, может, патрончиков набрать, да оружие какое-нибудь. Ладно, валим отсюда.
назад через болото. Через катакомбы-то, конечно. Приятнее. Тем более здесь какая-то кровища. Здесь-то откуда пожарище? Еще один мертвый человек. Патронов с Гулькин хер. Блин, не дай бог, если эти паучары. Я тут же. Тихо. Это что еще такое? Почему-то фонарь здесь не зажигается. Это большая корова, что здесь жила. Знаете, мне после болота уже мало что пугает, если честно. Кто насрал такими лепешками? Так, такая лепешка, я представляю, какая там жопа должна быть. Мертвый закан. Он исчез куда-то. Только был уже исчез. Или это глюки? Thank you.
хрен попадешь, что ты пухнул. Последний патрон, мать вашу. Последняя аптечка. Как здесь жить, непонятно. Здесь жить нельзя. Так, подождите, у меня есть какие-нибудь гранаты? Нет. Ножи. Окей. Блин, что-то мне это совсем не нравится. Вообще не нравится. Черта нету, здесь, я думал, как патроны какие-то будут. Раз они сваливали оттуда туда, я тоже думаю, что мне надо куда-то сюда. Потому что у меня нет особого желания идти туда, откуда они сваливали. Вроде как ему хватает. Вроде как, говорит, ему недостаточно. Еще у нас здесь какой-нибудь схрон. Ну да. Шакалё. Двинул мне, короче, по ружью и свалил. Гопник какой-то. Не трожь, это моя добыча. Нелюди напали толпой. Ну, гопники, одно слово. Вот, можно было бы мину поставить, да, чтобы они все подорвались на ней. Но кто же знал, что они будут нападать с той стороны на меня такой толпой. В принципе, поэтому мины не пригождаются в синглплеерах. То есть, если в мультике играешь, там, Call of Duty, допустим, там мины имеют смысл. А здесь такие мины, ну, нафиг они нужны.
чтобы еще какие-нибудь осколочные гранаты придумали. Что-то типа того. Интересное, вот этих я вроде не убивал. А, вот эти ребятки.
вдвоем. Держись, так только. Я не хочу быть с этой тварью один на один. Thank you.
эту сволочь убили. Так, сквозь огонь. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня в руках моих врагов, в руках предателя Лесницкого. Ну что ж, давайте на этом закончим. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем желаю всего доброго. Пока.